нужен, конечно. Этих видео ты там выколупнешься или чего-то? Хер с ним, поехали. Так у тебя же были на, ну... На GoPro? Да, и с этой, а что, ты же видишь, что ты прыгаешь? Да нет, не видишь, что прыгаешь. Ты видишь, конечно, что ты прыгаешь. Да, поэтому, да. Ладно, поехали дальше. Ну, то есть не забывай про штыковые повороты, мы в горах. Да, естественно. Ну, потом, мне тоже как-нибудь потом дай, когда ты натешишься, расскажешь всю правду. Про что? Ну, можешь сказать, ну, проехаться, что же хочу немножко там хвостом. Ты про что? Я не хочу. За руль потом говорю. А, да сейчас переседем на обеде, ты что? Да, мне чуть-чуть спрашивать так это интересно. То есть мне тоже интересно видео. Конечно, сейчас пересядем. Сейчас как раз до обеда. Я доезжаю, и дальше ты садись, Жанч. Все по-честному. Я мало переживаю. То есть я, в принципе, накатывал достаточно, чтобы меня это заебало. Продолжаем движение, мы пофоткались, попрыгали, это было достаточно интересно и весело. Она главная фотка, на самом деле, получилась, видео оно не так эффектно. У нас хорошо, свежо. Воздух, да, фигачим мы по горам, по долам, продолжаем движение на новом Форестере. Несмотря на то, что подвеску явно больше поджали под асфальт, он по-прежнему может уверенно ехать по вот подобному. Бог знает чему. Кстати, учитывая, что новая платформа, нет вот этого звука при срабатывании подвески полностью, выбор ее ходов. То есть этого, как с прежним Форестера было, когда максимально колеса отрываются от земли, он их разгружал, и были такие постукивания, сейчас их нет. Причем постукивания совершенно нормально, они здоровые, просто они существовали. Ну а здесь теперь можно смело ездить по-прежнему, да, получая удовольствие от движения. Ну, единственное, конечно, я бы вот в ручном режиме убрал бы автоматическое переключение вверх, чтобы было бы подручнее. Оно как-нибудь принудительно? Да нет, вроде нет. Не получилось у меня, может, у тебя получится. Хорошо, прошли сейчас дугу. Ой-ой-ой-ой, держись. Очень-очень разбитый участок. Поэтому... Нет, я отпустил тормоз, просто чуть-чуть газ распустил, и мы спокойно все это прошли. На АБС бы мы бы туда нырнули бы, кстати. Вот. С управляемостью, да. Тут главное правило, смотри, куда тебе нужно ехать, а не куда ты боишься. Ну, у каждого парад. Страх глота велики. Да, лететь там нормально, кстати. Это стандартное правило вождения, что в любом, при входе в любой поворот, нужно смотреть, куда ты хочешь попасть, как бы. Будешь смотреть в отбойник или в обрыв, ты туда, у тебя больше шансов попасть. Ну да, знать надо, куда ты рулем вертишь. Сознание и физика работают в этом случае в твою пользу. Какой затяжной поворот. Да, очень-очень мне теперь понравилось управляемость. Действительно, вот, да, большой плюс для тех, кто любит активно ездить. Здорово, но в то же время понимаю, что машина мигрирует куда-то в более такую практичную для обычных людей езду без вот этого, да. И бачком, когда нейтральная поворачиваемость.
слышат даже. Да. У них тут обед где-то? Нет никого. Блядь, может, конечно, притаиться, да. Он же может стартануть. Да, согласен, что. Известно, где он стал. То есть я, например, в горах всегда стараюсь, ну, на прямиках стоят. Но, блин, есть олени, которые в поворотах становятся. Ну, даже в Европу таких не видел. Красиво, красиво, да. Все там люди, бля. Мать. Ха-ха! О! Мы живы, целы, здоровы, все нормально. Мы там нашли трамплин, так попрыгали вообще. Слушай, ну она прыгает, да? Прыгает. Она все-таки пробивается, да? Она стала, да, подвеска помягче. Стала более легковая, она мягкая, но снизу, вот форик предыдущий, он так не едет. Но с другой форик, если ты вспомнишь, он на отрыве, на отбое. А теперь наоборот, то есть. Но в целом по-прежнему можно валить, можно, так что нормально. Тоже там дали, таких мы вообще там сейчас, ё, хорошо тормоз отпустил, зашел там. Да. Прям думаю, ё, прям туда-туда-туда. И она, ты заметил, как она, кстати, попу стала подворачивать под газом? Но это она стала, да, 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 да. Ты давай аккуратнее, мы еще...